Блин, я очень сильно хочу пить. Эй, ты. А? Иди сюда. Что? Полицейский бабка? Если вы не поставите лайк, а дорчик не покажет вам концовку этой игры, очень скоро она уже будет. Друзьяшки, прямо сейчас поставьте лайк, и мы обязательно, я вам обязательно покажу концовку. А, иди, Адорчик, ищи ключики от этого дома соседа. Что? А где мне их искать? Ой, сам знаешь, иди, иди. Ладно. Так, тут я нашел мотыгу. Инвентарь заполнен. Интересно, для чего он? Давайте подумаем логически. Как вы могли заметить, тут есть какая-то кладовка. Посмотрите. И тут еще, блин, подсолнухи, прикольно. Так, заходим прямо сейчас внутрь. О, денежка. А внутри у нас тоже бабосики. Проверим каждый ангар. Тут у нас ангар нашей бабулиты. Полицейской. Это ее тачка, прикольная такая, желтая. Что у нас тут? Уу! Смотрите, какие-то два мешка. К чему это? Так, заходим в ангар бабулиты, где находится пони. О, не может быть, пони пропала. Нужно сообщить об этом бабушке полицейскому. Посмотрите. Эта пони пошла по этим следам. Куда вообще, я не понял. Мне кажется, или все-таки сосед украл пони. Так, следы, окей, идем вперед. Бабуля, ты где? Срочно! Тут украли пони. У меня есть идея, как призвать бабулю. Нам просто нужно зайти в дом бабки. Так, бабуська. Давай двигай сюда. Хоп. Все, теперь ждем бабку, когда она сюда прибежит. Что у нее тут дома? В принципе, ничего интересного, да? Меня тут нет, меня тут нет. Это было жестко. Она меня не услышала и не увидела. Бабуля? Кто там? Кто пришел ко мне домой? Сейчас я накостеляю всем, а? Почему у меня окно сломано? Ладно, пофиг. Потом починит. За счет государств. Что? Подожди, бабуля, подожди. Там пони украли, подожди. Миссис полицейская, там пони украли. Не может быть. Проверить, не пропало ли кто-то из ваших животных. Что? Я даже не успел, почему так быстро поразговаривали? Пропал мой щенок, я должен найти щенка. Я уверен, что за исчезновением щенка пони стоит один и тот же человек. Теперь что делать? Найти щенка и пони, в первую очередь нужно проверить дом нового соседа. Ладно, давайте зайдем к соседу домой. Проникнуть в дом бабули полицейского и посмотреть его, возможно, удастся найти что-то интересное. Да я уже нашел там кое-что интересное. Нет, подходящий привет. Давай не дури, сосед. Ох, это было круто. Так, мы заходим внутрь. Давайте, блин, поищем что-нибудь тут интересненькое. Что? Что тут делает косточка от моей собачки, от моего щенка? Фантастика. Значит, косточку тоже занес он. Так, если мы наверх пойдем, давай, вставай. Потихоньку забирайся. Что у нас сверху? Еще одна косточка, нам это не надо. Пожалуйста, дайте нам ключ какой-нибудь, который нам нужен. О! Нажмите на кнопку «Использовать записки». Читаем. Новый код складские помещения 004759. Запомните. 004759. Так, в этих комнатах, в принципе, ничего нет. Код был добавлен в панели информации. Хорошо. Так, соседушка вроде не нападает. Пока проверим быстренько эти комнаты. Ага. Что? О, сейф! 004798. А, подожди, это другой. Так, тут сейф есть, хорошо. Давайте найдем код от сейфа. Опа. Так, брось. Прочитай. Счет на установку. О, нет! Блин, поймал меня! Найти замок, открывшийся с помощью кода. Один... Короче, сейчас мы нашли много, куча чего. Код был добавлен. Подожди, дай я прочитаю. Сумма 5000 долларов? Лазерная охрана системы и кодовый замка на новый код. Что? Так, все, ко мне больше никто не зайдет. Ха-ха-ха. Я всех напугал в этом городе. Ты издеваешься? Слушай, чувак, ты, кажется, слишком на себя много взял. Давай не дури! Оу, так, мотыгу мы забираем. Забирай быстрее, ты что, издеваешься, что ли? Все, побежали вниз. Вот. Дверь заперта. Блин, подходящий ключ. А где мне пароль-то вписывать эти все пароли? Так, бабуля, мне срочно нужно тебя усыпить, проверить дом.
Бум! Все, давай поспи пока немножко. Так, я же открыл, да? Да, я открыл. У нее тут больше сейвов нет. То есть, где еще сейв может быть? Что-то пока не могу понять. Так, если мы наверх забираемся, вау! Мы на вышку можем забираться? Есть что-нибудь тут, нет? Прикинь, ничего нет. Так значит, мы можем забраться на все вышки, да? Воу! Сосед, успокойся! Эй! Иди с... Ай, блин! Я понял! Давайте мотыгу заберем, которую мы оставили там. Забираем. Ну давай же. Теперь мы идем наверх туда. Вот сюда забираемся наверх. Прикол. А я совсем забыл. Так, мы сверху должны сейчас дырочки наделать, чтобы эта колба начала выливаться. И сосед начнет за ней бегать и ухаживать якобы, да? Давай. Раз. На! У нас Майнкрафт начался. Блин, ну прикол Бенсна. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Что это было? Давай. На! Сколько дырок, смотрите, сделали. Сосед останется без воды. Нынче. Так намного быстрее исчезнет вода. На, еще там сбоку ударили. Смотрите, ё-моё. Действительно вода льется, я прям в бок ударил. Так, теперь, что мы должны сделать? Сосед? Он идет проверять, смотрите. А, блин, кто меня воду отключил? Ну, ёж-мало-ёж. Блин, ёж-молодёжь, сейчас я всем по голове понадам. Дырочки сделали у меня на водоеме. Что? Фу-фух. Смотрите, что он делает, он псих? Что? Сосед? Что он будет делать, интересно, да? Вот прям... Он что, он просто заколотил? И что, это нам типа дается время, чтобы мы забрались внутрь дома? Вы издеваетесь или что? Походу, да. Я тебя найду, ты что там делаешь? Мы его обманули! Бабуля! Дашь что-нибудь, скажи, пожалуйста. Передай привет бабушке, вы издеваетесь? Так, а что если мы колбу разобьем, где бабушка живет? Полицейский. Так... Мы тут. Теперь. И что? Ничего не произошло. What? Что? Секретное место с вещами. Вау. Тут можем батарейку взять. Электрошокер. Фантастика. Я не знал, что тут есть такие секретные места. Разработчики добавили прикольную пасхалку. Ну это же не замечательно ли, друзья? Мы падаем вниз. Окей. Так, мы на новой высотке. Так, куда она нас приведет? Так, перепрыгиваем. Тут ничего нет? Вы издеваетесь? Забрался на самую высокую башню, которая есть в игре. Сейчас посмотрим, что там. Так. Бабосики! Вы... Вот вы шутите? Все это время ради бабосика сюда забирался. Когда я смогу собрать урожай? Так, я ничего не пойму. Возьмите из инвентаря упаковку семян. Не-не-не, подождите, ребята. Или я собираю уже урожай? Пока неизвестно. Пока непонятно. Так, у нас уже 6, 7, 8, 9, 10. Давайте соберем все. Бабуль, я собрал все морковки. Чем могу еще помочь? Можешь мне помочь с обработкой поля? Купи семена у торговца Вилли и посади их на поле, которое находится... Подожди, я же купил! Ты о чем, бабуля? Если вы знаете, как продолжить дальше игру, что и куда писать эти пароли, которые я нашел, напишите мне прямо сейчас комментарии, чтобы я смог уже точно сделать концовку и посмотреть еще, что и да как. Собрал, блин, тут куча 50 этих морковок и, в принципе, не знаю, что делать. А я могу продать эти морковки? Вот мне прям интересно. Так. Давай вот. То есть мне нужно прям каждую класть, да? Инвентарь заполнен. Ничего себе. Ну чё,
На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий, как мне дальше быть, что мне дальше делать, если вы знаете про продолжение этой игры. Все, с вами был я, Кагдор. Всем удачи. Всем добра, всем спасибо, всем хорошего, делать добро. Не держал, будьте, наверное, простите. Всем пока-пока.